Всем доброе утро! Мы проснулись сейчас и будем начинать готовить. Сегодня к нам тоже должны прийти гости, кто вчера не успел прийти, поэтому сейчас я иду на кухню и буду... Деда, баба, да, придут. Они... У них вчера не получилось прийти, поэтому они придут сегодня. Так что я сейчас иду готовить. Опять какие-нибудь вкусности. Салатики у нас еще остались, а мясное сейчас пойду буду готовить. Вот, а Ликулька пока в школе еще, у нее сегодня очень мало уроков, 3 урока, так что сейчас, в принципе, она же и домой придет. А мы пойдем пока завтракать и будем. О, милашка не выспалась совсем, а кошечка. Еще и момент разряженный, да, солнышко? Сейчас пойдем поставим, он зарядится. Нася, Ликуля дома и, как всегда, сидит за компьютером. В одной позе, заметьте. Я как снимаю Лику, она сидит в одной позе за компьютером. И как вы думаете, чем она занимается? Монтирует видео. Так что Лика у нас все при своем занятии постоянно. Милашка, как дела? Миланка. Милана, не разбрасывай игрушки, сейчас к нам уже гости придут. Милана, пойдем хвостик сделаем, причешемся, пошли? Прическу красивую сделаем. Ты не замерзла? Нет. Пошла сегодня в юбчонке. И как назло... Но попала в дождь. Да, я говорю, как назло, сегодня жуткая погода. Дождь, пасмурно. Вообще просто какой-то кошмар. Это не везет так. Ну да. Че у вас в школе, рассказывай. Да ничего, простой день. Обычный день? Уроков много? Завтра выходной. Ну вообще. Завтра выходной, а послезавтра в школу. А потом будешь опять сидеть и говорить завтра, ой, уроков много. Рассказываем. Уроков много? Контрольные не писали? Нет, сегодня нет. Нет? Двойки получила? Нет. Пятерки? Нет. Без толку сходила в школу? Да. Понятненько. Ладненько, давай, пошла. Сейчас уже придут к нам в гости. Придут к нам в гости? Гости в гости. Пойду я поставлю чайничек. Тебе налить? Нет. Чаечек. С гостями попью. Ну, да, я, кстати, так кофе хочу. Сижу, думаю, кофейком. Думаю, ладно, да, что-то они уже придут. И уже тогда и попьем кофе. Такая погода, что вообще ничего не хочется. Только кофе, чай пить. И честно говоря, спать хочется. Я с Миланкой поспала с нее в обед часик. Я пожарила сегодня вот отбивные куриные. Сейчас уже придут гости, сейчас достанем салатики, тортики, в общем, всякие овощи. И у нас сегодня застолье номер 2. Нет. А что там тебе подарили, а? Покажи. Ой, ты так машешь, мама не поймает. А, это уточек делать. Уточки, помнишь, мы такие делали? Объемные такие, получаются фигурки, магнитики на холодильник. Да? Будем потом делать, да, такие? Покажи, как хвостиком двигает рыбка наша. Давай, давай. Ой. Никак? А получалось. Э, рыбка. Ты что тут съела? Что ли? А, дельфинчик. Ну, во. Ну. Не хочет двигать хвостиком? Нет. Никак. Миланка уже после душа. Головка чуть-чуть мокренькая. Ой, не трогай, не буду трогать. Гости наши разошлись уже, я потихоньку прибралась. А мой идет котик. Да, гости домой пошли наши. Ну-ка, еще попробуй. Работает? Не хочет она, да, хвостиком двигать? Вот. Вот так только двигает. А, вот так вот двигает, да. Ловить. Да. Давай кашку кушать. Мама, она... Вот так, да, то кашка у нас остывает. Давай покушаем мама, кашку. Нет. Сейчас принесу тебе планшет, он как раз уже мама. Зарядился. А? Не
как. Что это вы тут с милашкой наделали? Показывай. Так вот. Вот такая вот глиняная дощечка. Ух ты, это уточки туда? Да, осталось раскрасить. А карат она еще хуже. А, она вот так вот форма, да, теперь надо будет раскрашивать, да? Да? Красками. Прикольно. А я думала, это, знаешь, это магнитики. У нас, помнишь, мы покупали такие же глиняные эти магнитики? В принципе, то же самое, да, получается? Ну, да, только, в принципе, так же можно такой большой магнитик сделать вот так вот, и будет на холодильник повесить. А мы завтра будем отдыхать, да, с тобой? Да. И с Миланкой. Конечно. На улицу, наверное, не знаю, может, да, не, наверное, не пойдем, да, еще милашки? А, ну да, надо будет это сходить в магазин, да, купить. Ну, тогда сходим, если дождя не будет, сходим прогуляемся. Ну да, может и сходить, да. Ой, я, кстати, забыла сказать, сегодня по обществознанию 4 получила за проверочную. Молодец. Вот, а говоришь, ничего новенького в школе. 3 урока. А почему не 5? Потому что 4. Ну, молодец. Молодец. Да, ну, молодец. Ладно, давай, ты мне поможешь, пошли милашку покормим. И уже укладываться ей надо баньки. Я уже искупала. А мы можем с тобой с ней посмотреть. Знаешь, что я хочу посмотреть? Я с ней видела по телевизору, но не до конца досмотрела. «Идеальный ремонт» с Полиной Гагариной. Я посмотрела начало, но не до конца. Очень прикольно, кстати, было интересно, но я не досмотрела. Посмотреть хочется, что они там доделали ей. Но там не им делали, и маме ее делали дома. Ремонт. Прикольно очень. Хочу посмотреть. Сейчас они, папа с милашкой, пойдут уже баньки кладутся, а мы с тобой посмотрим, правильно? Угу. В интернете найдем передачу, ты посмотрим. Ну, пойдем. Что вы там жуете? Мармеладки? Мармеладки, например. Милана, я кашей тебя кормлю. А, это вот эти, что нас сейчас принесли из Эстонии? Угу. Мне понравились... А что это там кисло? Одна кислая, желтая была, лимонная. А я что-то ничего кисло не заметила. Мне очень понравилась клубничка, покажи. Такая. Вот такие вот мармеладки. Они маленькие такие. Ой, Николь, достань в ладошку, покажи. А моя любимая... Вот, апельсинка, да, такая вот. А мне нравится клубничная. Скажи, дразнишься. Тебе это нравится? Клубничка, да. Да, вот такая клубничка. Они тут вот есть вот. Ой, сейчас я настрою. Вот. Клубничка, груша, апельсин и лимон. Вот мне нравится клубничная. Очень понравилась. Сладенькая, вкусненькая. Лимон? Да. Лимон? Да. Да. Милашка, мама вон кашу подогрела. Сидит, ждет. А ты вы тут мармеладки трескаете. Так. Вкусно? Аппетит сейчас перебьешь, а кашу кто будет кушать? Мама, что ли? Нет. Фея твоя. А фея на диете, ей нельзя. Видишь, какая она стройненькая. Какие у нее ручки, ножки. Она такая худая, что у нее уже, видишь, крылья отваливаются. Кто-то просто несколько раз ее об стенку кидал. Ну да, точно что. Ой, кто это? Кто Милана? А Милана наглая. А, не надо ей давать сейчас это сахар много. А то она сейчас у меня кашу есть не будет. Все, Милаш, давай. Потом. На потом. 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 Потом, давай. Да. Все в телефонах. Ликуля в телефоне читает комментарии. Милашка тоже в своем планшете. Я тоже только что читала комментарии. Все мы сидим в телефонах. И момент. И момент у Милашки, да. Музыка. Музыка, да. Музыка. Ой, Миланка танцует. Все делает, только чтобы не спать, укладываться. Сейчас, милашка, да, пойдешь спать? Танцы перед сном? Вот так. Давай уже баньки все ложить. Ой. Где Милашка?
вон твоя кися на столе лежит. Мы с Ликулькой смотрим. Ну, подай, сейчас пойдем уже. Сейчас мы досмотрим с Ликулей идеальный ремонт Полины Гагариной. Ну и потом вместе, да, пойдем с Патки? Поиграйся на коврике. Вон, ложись, поиграйся пока. Сейчас мы досмотрим с Ликулей и пойдем. Я дом. Спать? Конечно. Ой, как это? Ой. Дай маме телефон. Там телефон звенит? Давай маме телефон. Давай маме телефон. Кто там звенит? Маленький тоже. Маленький, да, телефон. Давай все иди играйся. Все, мы сейчас с Ликулей досмотрим и пойдем баньки уже. Уже надо баньки. Хорошо там, да? Ковер тепленький. Да он кажется такой тоненький. На самом деле он внизу фольга, которая греет, согревает и держит тепло. Да, милашка? Половница. Мы досмотрели уже передачу «Идеальный ремонт». И сейчас будем уже укладываться баиньки. Милашка, не удалось нас уложить пораньше с Патки. Мы хотели с Ликулькой вдвоем, да, посмотреть. Вот, папа наш спит, а Миланка балуется. Вредная такая вредная девочка. Вредная девочка, да. Так что мы сейчас идем баиньки уже. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Все.